Привет всем! Рад видеть вас на нашей площадке. Друзья, у нас сегодня в гостях человек, которого все знают как основоположника якутского рэпа. Внимание на экран! Он ворвался в нашу жизнь как глоток свежего воздуха. Его дебютный трек «Минсахабын» стал откровением, открывшим глаза многим. Школьник из деревни облачил в слова то, что витало в воздухе, и мгновенно стал кумиром молодежи. Первый якутский рэпер Гоша Васильев, Джида, Сасу Стар, знает, что такое успех и бешеная популярность. Он выпустил 5 альбомов, как он называет, 5 криков души. Каждое его произведение – желание донести свою мысль, боль, мнение. Хотя с выходом первого трека прошло 15 лет, основатель якутского рэпа остается верен своим идеалам. Он также зорок, чуток и глубок. Его философский взгляд на жизнь и сейчас интересен зрителю. Но творчество для него, как признается Гоша Васильев, лишь способ самовыражения. Он за это время возмужал, обрел профессию и создал семью, нашел свой путь. Как и чем живет кумир поколения 2000-х? Что его волнует? Что скажет нынешним молодым? Друзья, сегодня нам предстоит поближе познакомиться с кумиром молодежи 2000-х. Потому предлагаю разделиться на две группы – оптимистов и пессимистов. Оптимисты поддерживают героя, разделяют его точку зрения. Их предводителем буду я. Пессимисты подвергают сомнениям мнение оптимистов. Я буду их поддерживать. При этом каждая из сторон аргументирует свою точку зрения, отстаивает ее и пытается убедить противников в своей правоте. В конце программы любой участник может поменять свою точку зрения, перейти в другую группу. Прошу каждого определиться и занять место в выбранной зоне. Справа от меня оптимисты, слева пессимисты. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Звезда шоу-бизнеса. Основоположник якутского рэпа. Поэт и настоящий мужчина. Егор Васильев. Джида! Всем привет, Егор, как дела? Хорошо, отлично, супер. Егор, расскажи о себе, тебе дается минута. Кто ты и что успел сделать стоящего? Это самый сложный вопрос, наверное, да? Кто ты? Кто я? Я отец, я муж, я друг, я соратник. Я тот, кто действительно любит жизнь, и тот, кто знает, что каждая секунда стоит очень многого. Я тот, кто, наверное, не познал, да, самую большую боль, но очень понимает ее и понимает счастье, и понимает... что мир открыт, и каждый человек может сделать все, что угодно. Ну что ж, сейчас приступим к блиц-опросу. Okay. Итак, первый вопрос. Егор, как настрой? По жизни я оптимист. Егор, почему рэп? Почему ты выбрал именно эту субкультуру? Рэп наиболее подходящий как... музыкальный жанр, не потому что только это звучит хорошо, а потому что можно в одну песню вложить очень-очень много информации. И потому что рэп поддерживает правду и искренность. Согласен ли ты с мнением, что каждый твой трек – это выражение протеста? И если да, то против чего ты протестуешь? Я не против, я за перемены к лучшему. Я за то, чтобы... каждое мнение было услышано, и из всех разных мнений собрать то, что максимально большему количеству людей удобно, скажем, удобно, подходит, комфортно. Говорят, рэп – это не только музыка, но и стиль жизни. Как это отражается на тебе? Это отражалось, наверное, когда я был подростком, да, наверное, больше всего. У нас было мало, поэтому можно было друг друга издалека увидеть. И на основе того, большие штаны, там, да, шапки, кепки. И на этом как бы сдружиться очень быстро. А сейчас жанр, конечно, трансформировался. Это нормально, но все-таки
Насколько я сейчас вижу, да, сейчас музыка просто не диктует стиль жизни, а просто является отражением, ну, думаю, уже эпохи. Ага. Да, а раньше были, ну, наиболее четкие границы, а сейчас как бы между жанрами, между формой поведения как таковых не вижу. Я не знаю, это хорошо или плохо, просто так есть. По твоим альбомам можно проследить становление твоей личности, понять, что тебя волновало в разные периоды твоей жизни. Так, и тут вопрос, какими были мотивы для их создания? А мотив один у меня всегда. Что бы я ни делал, это, опять же, любовь к жизни и к тому, что ты делаешь. А вот именно моментные мотивы, сиюминутные мотивы, они просто рядом с нами, да, каждый день. Это общение с людьми, это как ты видишь, а то, что то окружает тебя, и как ты к этому относишься. И просто из альбома в альбом это просто разные ситуации, разные люди, разные эмоции, чувства. А изначально все это просто одна большая любовь к тому, что ты делаешь, и вообще к людям, к миру, к жизни. Назови свои приоритеты жизни. Кто ты сейчас? Ну, кто-то знает меня как, допустим, да, там автора, исполнителя, музыканта, кто-то больше знает как о человека, который работает в сфере образования. А кто-то больше как просто человека, друга, да, знакомого. Я максимально на каждое свое направление, на каждую свою область действия, я пытаюсь максимально выложить себя и то, что я могу, и то, что я хочу, и то, чего я хочу достичь, да, допустим, в музыке. Это всегда, ну, в любом направлении всегда нужно на максимальную планку себе задавать, чтобы, достигнув эту планку, да, и тут же сразу появлялась новая, еще более высокая, еще более сумасшедшая, еще более объемная, глобальная, да? И наверное, из этого следует вывод, что я, возможно, максималист. Итак, перед тобой те, кто попытается сегодня узнать тебя поближе. Это учащиеся школ, студенты. Справа от тебя расположились оптимисты. Слева пессимисты. Они сомневаются и могут подвергнуть критике твои убеждения. Ну, оптимисты в свой черед поддерживают тебя и разделяют твои взгляды. Так. Ну и сейчас я обращаюсь к аудитории. Друзья, скажите, почему вы оказались в той или иной группе? Я выбрала эту сторону, потому что пессимизм преобладает мой оптимизм. Оптимисты? Оптимисты. Я выбрал сторону оптимистов, потому что я за творчество. Я выбрала сторону пессимистов, потому что у каждой стороны есть свои минусы и плюсы, и я хотела бы рассмотреть плюсы, в сторону. Я выбрала эту позицию, потому что я по жизни такой человек, и всегда надо улыбаться и смело идти вперед. Задавайте Егору свои вопросы. У вас очень хорошие тексты песен, и относите ли вы их к поэзии? Я их относил, когда мне было 13 лет. Да, потому что я был большим фанатом поэзии. Но, конечно, но сейчас вообще в этом нашем веке есть ли поэзия вообще? Да, сначала такой вопрос, потому что дух уже высоко не летает в наше время, скажем. Вот именно той поэзии, о которой гуляла по улицам Петербурга вместе с Блоком, такой поэзии, конечно, нет. А поэзии, а похожей хотя бы чуть-чуть на Шекспира, нет и не будет, наверное. А то, что сейчас, это просто словоблудие. А то, что я пишу, это, конечно же, это далеко не поэзия. Ну, кто-то называет, да, там, Гоша поэт. Я сам так не считаю, хотя благодарен за такую оценку высокую. Пессимисты? Почему ваш псевдоним, так скажем, называется Джида Сасустор? Ну, глобальная ошибочка была, да, Сасустор — это название альбома было. Да, а потом везде, потом мне было как-то, ну самому прикольно, я просто никого не поправлял, да, несколько лет, на самом деле это название альбома, ну мне было так, это тоже, да, интересно наблюдать за всем этим. Это началось, когда 2003, что ли, вот, или 2002, да, брат мой троюродный, ну мы придумали это вместе как-то. Да, когда был наш хип-хоп, когда были широкие штаны, потом это осталось. И это созвучие, которое сейчас ассоциируется со мной. Оптимисты.
Пару лет назад у вас был биф с Луаном и в связи с тем, что он записал на вас дисс. Чем он закончился и как вы отреагировали в то время? Да, меня много тоже критикуют, я как бы выслушиваю обязательно. Да, для меня это очень полезно. Я люблю критику и поэтому очень уважаю пессимистов вообще по жизни. А негативная реакция делает меня лучше, сильнее. Так что не дают расслабляться. Я огромное спасибо всем, кто меня когда-нибудь критиковал и все остальное. Ну, то есть к критике вы положительно относитесь? Я нуждаюсь в критике, скажем так, даже. Пессимисты? Судя по творчеству, вас волнуют проблемы молодежи республики. Какая из них, по вашему мнению, требует особого внимания руководства? Как ее решить? Мы все больше уходим в себя, да, мы все меньше общаемся с друг другом, мы все меньше думаем о других, да, в этом, ну, такая глобальная проблема, которая, я считаю, лежит в основе всего, из-за безразличия, из-за равнодушия, из-за такого ненормального пофигизма, наверное, и случаются все эти, ну, все вот это. Когда человек просто... А человеку становится наплевать на свою жизнь. Да, потому что когда-то кто-то просто так же отнесся к нему, наверное. Вот так. Uh-huh. А решить ее как? Это только мы сами можем. Ага. Общество, государство. Здесь просто... А диалога как такового нет. Есть формальное общение в виде мероприятий веселых. А это не общение, конечно. А проблемы всегда больше замалчиваются, а когда говорят о них, это просто... Ну как, это просто как констатация фактов идет. Оптимисты? Как вы думаете, что или какая идея может объединить якутян? Я об этом тоже много очень в свое время думал, размышлял. Ну, а к чему-то определенному я пока не пришел. Сейчас такое время, когда, опять же, каждый человек ищет свою выгоду, свой интерес, да, защищает свои интересы. У людей нет времени думать о том, что вот мы, да, все якутяне, россияне, люди мира, таких высоких как бы задач... в обществе уже как бы не наблюдается, да, мы все обмельчали, и мы сами этому виной, это конечно так, но это, конечно же, не обвинение ни в коем случае, в каждом есть и живет вот это, да, чувство, да, некоторые называют это патриотизмом, некоторые называют это здравым смыслом, некоторые называют это, ну, просто человечностью, да? И как вот это все найти в каждом из нас, как задеть вот эти струны? Никто пока еще такой идеальной формулы не вывел и не будет, наверное. Просто надо брать, опять же, вот эту идею, которая максимально всех. А всем не угодишь, конечно. И куда бы мы ни шли, всегда будут объединения, мнения, группировки, которые будут этому противостоять. Это надо спросить, наверное... у прошлого, да, потому что всегда в прошлом есть яркие примеры, да, вокруг чего люди объединялись и где они были правы и где ошибались. А мы историю свою, как известно, не знаем или знать не хотим. Как вы думаете, есть ли в нашем обществе, в нашей республике лидер? Так, время больших лидеров, к сожалению, ушло, да, сейчас время топ-менеджеров, да, если можно так сказать. Это хорошо или плохо, я тоже не могу сказать. Но мне нравилось, когда мы, ученики, когда тогда, 5-го класса или 4-го, нам во все школы принесли персональные компьютеры с якутскими. И там был якутский флаг, прямо заводской вставлен. Ребята, мы 5-й класс или 4-й, я не знаю. Ребята, наш президент нам всем подарил компьютеры. А тогда компьютеров не было, сам сотовых мы вообще не знали, что это такое, да? И был такой восторг, да, хотя просто нам, ну это же вещь, просто подаренная вещь на самом деле. Но вот именно, да, какая такая аура была, что есть кто-то где-то, да, который помнит, да, о нас, о всех. Даже обо мне, о пятикласснике, как,
Да, и мне было приятно, и это воодушевляло. А сейчас, я думаю, да, немножко и так, но это не вина, да, а тех, кто сейчас у власти, да, конечно, это просто время такое, эпоха такая. Эпоха такая, конечно. А сейчас, я думаю, лидеры должны появляться из вашей среды, потому что, да, инициатива должна всегда идти снизу. А там уже нас должны поддержать просто. Все просто. А раньше, конечно, да, всегда был локомотив, который просто вывозил всех. Вы сказали, что вы очень любите жизнь, да? А как вы считаете, что главное в жизни человека именно для вас? А мы перестаем ценить вот эти базовые суперспособности наши, да, потому что из миллиарда возможных жизней, да, случились именно мы почему-то, да, во-первых. А во-вторых, в этот момент, да, пока мы сидим в этой замечательной студии, тысячи и тысячи, да, покидают это, но пока, слава богу, никто, да, из нас, мы здесь все еще. Это просто невообразимо круто, мы перестали это просто понимать, просто тупо понимать мы это перестали. И поэтому опять же появляются эти, недовольные жизни, там, грустные, все, у меня не получается, да черт побери, да, когда руки-ноги есть. Я считаю, что, но все-таки, это базовое, а то, что я лично в себе, в своей жизни ценю больше всего, это, конечно же, возможность, данная мне возможность реализовывать, а то, что я могу придумать. И то, что всегда есть люди, которые готовы со мной вместе идти, и мы готовы поддерживать друг друга. Это просто самая-самая замечательная вещь. Пессимисты, есть вопросы? В своем первом треке вы сомневались в перспективе развития якутского народа. Так вот, изменилось ли ваше мнение сейчас? Когда я писал эту песню, я искренне верил, что мы можем очень-очень круто, да, развиваться. Я искренне верил и сейчас верю, что наше общество готово созидать. Я искренне верю, что все не так уж плохо, но просто когда ты считаешь, что все хорошо, ты расслабляешься, да, а когда ты расслабляешься, то ты начинаешь упускать некоторые моменты. Их становится больше и больше, и потом уже как бы аппарат, заново все там упорядочить, уже невозможно. Но когда ты нажимаешь на вот эти больные точки, да, человек по-настоящему захочет доказать обратное. Это и есть запуск механизма. Да, поэтому надо почаще нажимать на больные точки. Да, иногда, если это даже больно тем, кому ты это будешь делать. Но это на самом деле во благо. Оптимисты. Пару лет назад, скажем так, вы завершили творческий путь. Недавно вернулись, да еще и объявили о создании лейбла. Что побудило и каких артистов собираетесь набирать? Ну это как, знаете, вот это когда система перезагружается. Когда перегружается, надо рестартнуть, да, немножко. И также в творчестве. Но система сама по себе молча не будет перезагрузку делать. Да, поэтому приходится сказать: так, ребята, сейчас я это выключу. А потом обратно включить. И включил 22 сентября на стадионе Туймада, вроде неплохо. Неплохо включил. А насчет лейбла, это логический следующий шаг, который я мог бы сделать в творчестве. Да, да, но мне просто творчества мало уже. Ну, в смысле, мне давно мало творчества вообще. Изначально мне было мало, но просто, да, надо оценивать свои силы, да, как бы и время распределять правильно. Да, и сейчас как бы я еще более прокачан. Да, чисто как личность, поэтому, да, сейчас создается лейбл и параллельно работает учреждение образовательное. Это детский сад Union и центр дополнительного образования Джида Джуниор. Да? Это совершенно другая вещь, чем музыка, продюсирование, концерты. Но я по образованию сам педагог, а Петербургский университет педагогический имени Герцена окончил. И сам являюсь продолжителем династии педагогов Васильевых, Зыковых, золотой династии республики. Поэтому как бы для меня это логично. Да, возможно, кому-то как, что, зачем, почему. Но для меня это совершенно логично. И я считаю, что это мое новое поле для реализации идей уже не в одной песне, а
в образовательном процессе как-то воздействовать, свои идеи привносить. Так, благодарим вас всех за вопросы. А сейчас внимание на экран. Вы знаете этого человека, что о нем можете сказать? Джида. Рэпер. Рэпер. Первый исполнитель якутский. Джида. 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 Я думаю, что он очень хорошую музыку делает и продвигает. У него песни такие интересные бывают. Песни у него же со смыслом все. Все как бы с Якутией связано. Вроде. Он патриот. Настоящий. Сплотил народ, что ли? Ну, якутский язык. Крутой певец, все такое. Я бы на концерт сходил бы, да? Да, сходили бы. Давайте поговорим о нашем герое. Кто же он? Дайте оценку его поступкам и при этом аргументируйте свое мнение. Ну, это исполнитель, который сумел зацепить некие массы людей и так далее своим творчеством. Ну, в главную или в первую очередь, мне кажется, это просто отличный индивидуальный предприниматель, потому что, ну, это, во-первых, он, у него есть педагогические центры, и одновременно он занимается творчеством. Как бы это очень большой потенциал у человека. Джида талант, очень талантливый и творческий человек, и он оптимист по жизни. Не хватает таких людей на данный момент. Вы сплотили народ тогда, и чувствую, наверное, вы продолжите свою карьеру. Вот. Пессимисты, слушаем вас. Ну, как пессимист, вы какие минусы у него видите? Ну, можно было спеть и на русском языке, да? Я думаю. Ну, я так считаю. Ну да, с одной стороны, это можно было бы сделать. Допустим, я слышала ваши У меня очень треки, много песен на русском языке. Но почему-то я, честно говоря, их не понимаю. Хотелось бы услышать на русском. Обязательно услышать. Вы как исполнитель, рэпер, как певец, как композитор, вы очень хороший и очень талантливый человек. И благодаря вам я полюбила якутскую музыку, так как я сама не якутка и не слушала якутские песни. И вот ваши песни послушала, и мне очень понравилось, и я так и продолжаю их слушать. Спасибо. Уточнение, я не композитор только. Ну, после как бы общения с вами мне очень понравилось слушать ваши ответы, и как-то мне не поменялось к лучшему. Как, спасибо. Да, вот. У нас уже потенциальный перебежчик появился. Мне почему-то кажется, что вся сторона пессимистов потихоньку перейдет к оптимистам. Я очень рада, что такие люди существуют в нашей республике. И благодаря вам наша республика растет. Спасибо. Ну, мне надо было просто свои отрицательные стороны тоже, да, как-то поподробнее рассказать, которых у меня тоже завались вагон и целая тележка. Я думаю, что как человек вы очень честный, честный с собой, честный с другими людьми, потому что, ну, я вижу то, что вы критикуете себя очень, ну, самокритика у вас есть очень хорошая, и поэтому, можно сказать, вы продвинулись вот в этом пути. Если бы этого не было, то вы бы, ну, были бы как поп-исполнитель, я думаю. Перейдем, наверное, к вашим темам. Егор. Давайте. Я считаю, что ребенок должен развиваться по своему темпу. Но, конечно же, мы должны с него требовать вот эти стандарты обязательные. Да? Но порции, которыми он это будет воспринимать, и процесс обучения, да, мы должны немножко уже меняться, потому что совершенно другое время. Да? И совершенно другие требования с людей, которые начинают уже жить и работать, да, конкуренция еще больше. Мир открыт, да, как бы границ нету, да, перспективы просто огромные. А мы как бы не готовы еще. Мы сидим и ждем там, звонка ждем, решения чего-то ждем, да? Мы боимся инициативу взять на себя, мы боимся ответственности, мы не умеем планировать свое время, а мама скажет, учитель скажет. Да, есть расписание, которое утвердил сам директор, да, надо вот так жить. И так и всю жизнь, да, на работу, то, все, десятое. Это не то, что скучно, это в корне неправильно, потому что мы в себе убиваем потенциал наш. Я считаю, что в будущем система образования вообще будет меняться в корне, да,
И сейчас уже надо делать маленькие шаги в этом направлении. Разностороннее развитие, да? Да, мы должны очень хорошо говорить на разных языках. Мы цифрами должны дружить очень хорошо. Мы должны на каких-то инструментах обязательно играть. Да? Мы спортивно должны быть очень хорошо подготовленными. И по всем фронтам как бы очень хорошие позиции сам занимать. То есть, ребята, давайте обсудим эту тему, и каждый выразит свое мнение, то, как он относится к такому образованию. Вот альтернативное образование. Но вопрос в том, ну это же не бесплатно, это же семья должна быть обеспечена, скорее всего, чтобы позволить себе такое. Ну да. И потом, ну это знаете, это такой замкнутый круг. Жизнь — это борьба, это конкуренция, да? Ну, да. И максимально готов к этой жизни тот, кто как бы не ставит себе рамок. Да, нет, не получится, откуда, да что, да вот это, пятое, десятое. И потом эти поколения продолжаются, повторяются, и все это бесконечно, 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 да? И вот например, это от личности тоже зависит, да? Я окончил в Петербурге университет педагогический, да, самое высшее образование получал, да, бесплатное, мне государство вот это по стандарту дало, но... Я общался с преподавателями и с администрацией так, что после третьего курса я перешел на индивидуальный график. Но при этом я окончил очно. У меня был план и график. Я уезжал, ездил, гастроли, дом, семья у меня в Якутске, постоянно туда-сюда. Но под Новый год я приезжал и все сдавал на 4 и 5. Да, допустим. Да, допустим, это не была там Оксфорд какой-нибудь или что, да, где все так учатся. Но я знал, чего мне надо, чего я хочу, и я старался этого добиться. И вот если бы на первом же полугодии я бы все провалил, у меня индивидуальное обучение, все, да, гуляю, отдыхаю, то, конечно, бы это бы все закрыли. Я считаю, что такая система обучения, она хороша, но только для тех, у которых там певцы, да, не знаю, которые заняты концертами постоянно, у них нет времени на учебу. А вот остальным людям, которые нечем делать. Нет, это не... Вот, именно, остальным людям, которым нечего делать. Так вот, в этом-то и проблема. Мы все должны быть чем-то заинтересованы, чем-то максимально заняты. Понимаете? У нас не должно быть так в нашем обществе, что есть вот кто-то вот активный, а есть как бы все. Да вот это отношение, которое это просто убивает. Каждый человек же мега талантлив, суперспособен и суперличность. Да, мы просто это... Мы просто не можем детства, это, да. Мы просто не можем это раскрыть. Куда ты там? Иди учи уроки, куда там тебе? И все. Да, и вот этот мечтатель умер уже. Замыкается все. Просто. Да, конечно. А потом, вот по телевизору говорят, по альтернативной, видишь? Да куда ты там уже с первого класса там ничего не умеешь, ничего не знаешь? Конечно, мы убили в нем очень давно мечту. Да когда последний раз спрашивали, о чем вы мечтаете? В чем твоя мечта? 6 лет. Видите? Впоследствии моего взросления у меня каждый раз мечта меняется. Но я постоянно к чему-то стремлюсь, скажем так. А участие взрослых в этом меня процессе? Меня постоянно спрашивают, но мне проще сказать, я не знаю, чем рассказывать им очень долго, чем я занят. Вот, потому что мы уверены, что нас не поймут. Потому что мы уверены, что это не заслуживает внимания, поддержки. Давайте, да нет, все нормально. А потом вечером, я должен стать крутым исполнителем. Но мечта – это такой, знаете, эталон духовности, да, возможно, если так сказать. Потому что человек, который верит в мечту, умеет мечтать и не смеется над мечтой, и тем более мечтая не передает мечту, да, это есть люди, которые строят будущее, да? Тут вопрос, мне кажется, нашего российского менталитета. Большинство людей, пока их не пнешь, они ничего делать не будут. Вот так я считаю. Ну вот, именно поэтому мы сейчас стараемся пинки эти создавать. Да, я, конечно, наше образование не очень как бы уважаю, но вот свободный график, это, я считаю, не знаю, много людей очень ленивых, в том числе и я, как бы, да, я постоянно опаздываю, всякое такое, но в дальнейшем мне это ничем не поможет. То есть я просто научусь
на свободный график, и в работе, и во всем этом, короче, это... Ну, вы поняли мою мысль, короче. Ну, я считаю, что такой свободный график, он как бы не подходит не ответственным людям. Угу. Как бы мы пока еще не готовы, большинство из нас... Именно для будущего ребенка ему будет сложно приспосабливаться к обычной жизни, ну, рабочему режиму там. Угу. Ну, вы это считаете на данный момент, то, что общество к этому не готово, переходу на альтернативную систему? Хорошо. Я согласен с тем, что общество не готово, да, но это не значит, что... Это не значит, что общество не стоит к этому подготавливать? Конечно, совершенно верно. Хорошо. Речь идет не о том, чтобы снести вот эту всю систему, как бы, да, и всем свободу дать. Нет, конечно. Конечно, нет. Речь идет о том, что надо привносить, внедрять вот эти новые интересные фишки. А вот в вашем центре обучаются дети, вот, которые учатся по индивидуальному графику? Да, и это как, дети, и которые... И как они обучаются? И какой аттестат они получат? Это дети, перешедшие на домашнее обучение, да? Да. И насколько это востребовано вообще, вот этот вот индивидуальный график? Сейчас это, конечно, для большинства это, возможно, риск. Но на самом деле, да, на самом деле... А программа согласована на всех уровнях. Со школой, и в том числе, да, аттестат, потому что выдает школа. Есть промежуточная аттестация, которую мы предоставляем обязательно, и родители на полном контроле обязательно. И знаете, что вот я работал учителем, преподавал тоже, и когда сидят 20, 25 и 30 детей, очень сложно понять и услышать каждого. И поэтому кто-то... А нам всем что нужно? Внимание нужно, участие нужно, да? В моих делах, в моих проблемах, в моих интересах, да, поддержка. А если один учитель, я очень понимаю учителей, потому что сейчас мы еще учителей нагружаем вот этой, они должны заполнять, а ребенок что? Вот он в углу сидит там, да, на 10-й парте, там Ваня сидит, очень на самом деле внутри талантливый, перспективный парень. Да, времени остается, но просто идти. На Ваню никто внимания не обращает. Угу. А у нас, и то же самое в садике, у нас в садике 15 детей, это максимум. Все, 15 детей – это отдельная группа, два воспитателя, да, потому что мы требуем, чтобы и педагог, и воспитатель, да, был максимально вовлечен в интересы каждого воспитанника и ученика. Вот так. Поблагодарим. Ура. Сейчас давайте уже перейдем к следующей теме. Пожалуйста, задавайте. А в проблемах, которые происходят, да, в негативных ситуациях, которые происходят, в не меньшей степени виновато все общество, да? Наше безразличие и наше неучастие. Да, в чем вы видите да, пробелы, может, изъяны и недоделывания в процессе, в работе с молодежью, потому что вы молодежь и с вами тоже работают. Да? И чего вам не хватает? Проблема? Ну, скорее всего, ну, скажу так, родители в большинстве случаев так заняты работой, что они уделяют своим детям внимание, из-за этого, естественно, вырастает невиданно что. То есть они отпускают их на улицу, где-то мучатся всякой, ну, не знаю, как сказать, всякой фигне, будем так говорить, всяким непотребным вещам и так далее. Ну и в связи с этим идут убийства, кражи и так далее. Сейчас, мне кажется, большие будут проблемы у вот поколения, которое растет, потому что с каждым годом будет все хуже, я считаю, если родители не образумятся и не начнут следить и так далее, обучать правильно, неправильно, а не будут озабочены тем, как бы обеспечить свою семью. Но я считаю то, что так было, так есть, так будет всегда, потому что ваши деды, допустим, вашего времени тоже говорили то, что у вас какие-то проблемы с вашим молодежью. Просто, не знаю, с этим никак не бороться, по-моему. Ну, можно бороться, да, там, кражи там можно посадить, там, но все равно так будет. Это люди, они сами такие, как бы, алчные. Ну, это даже не пессимист, это реалист. Еще одну надо группу. Обвинять молодежь начали уже совсем давным-давно, да? Конечно. Как бы наших дедов, бабушек тоже обвиняли в том, что они неправильные. Наши дети, наши внуки тоже будут такими же. Но через некоторое время они повзрослеют, конечно, и до них дойдет то, что они были
Но... Немножко думаю. Но, да, это, конечно, очень хорошо, картина мира такая, да? Но, в смысле, принимать это и быть в смирении с этим, да? Я думаю, вот этого не надо, к этому прибегать, да? И надо максимально реагировать на все. Познавательная тема для нас. А сейчас для нас, для всех, наступил момент истины. Ребята, если ваше мнение относительно Егора поменялось, то вы можете поменять свою сторону. Переходим. Аплодисменты. Почему вы перешли на сторону оптимистов? Мое мнение полностью перевернулось. Давайте. Почему вы остались все-таки? Вы не прониклись никак? Мне с детства нравились его песни, да? Но просто я как человека его просто лично не знаю. Я осталась при своем мнении, поэтому как-то пессимистично все равно. Все остались при своем мнении у пессимистов. Да. Так. Ваша задача выбрать лучшего участника из всех. Выскажу уважение тому, кто остался при своем мнении, потому что это тоже очень важно, это стойкость, это круто. Представься, как тебя зовут и где ты учишься? Меня зовут Кириллина Юна, я учусь в школе ИКАТА. Лучшего игрока мы приглашаем на финальную встречу перед Новым годом, где встретятся все сильнейшие. С вами была программа «Я молодой» и ее ведущие Антон Васильев и Виктория Маркова. До скорых встреч! Когда мы слышим разные мнения, когда мы открыты ко всему, мы можем и имеем шанс развиваться. Так давайте слышать всех, давайте говорить друг с другом, обсуждать, выявлять, выяснять и находить правильные решения, и при этом не расходясь, идти вместе к новым вершинам, к новым целям. И только вперед.